Так, сегодня у нас в гостях машинка Renault Kangoo 1.5 DCI с двигателем K9K, 2012 года рождения. Что по этой машинке сделали? Все форсуночки лили в обратку. Проверили насос на наличие стружки. Она приехала с таким вот сепаратором грубой очистки, солярки, топлива. Стружки не было, все четко. Поменяли мультипликаторы, настроили. Все четенько. Анатолий, заводи. Все, машинка шепчет, слава богу. Здесь колхозно немножко, будем переделывать это все. Этого не должно быть. И фильтр стоит не родной. Фишка. Подогрева топлива стоит, температурный датчик. И здесь какой-то еще штуцер, да? Вот, это все. Фильтр не родной стоит. Вот. Должен стоять пурфлюксовский. Пурфлюкс или белки должен стоять. В принципе, все. Четенько работает, ровненько. Обороты не прыгают. Есть пару ошибочек. Это все будем уже утречком там убирать. Чтобы вы понимали, машина вообще не заводилась, когда приехала. Была полностью мертва. Вот такие вот дела. Все, всем удачи, благословений.